В этом году юморины не будет, но в то же время Одесса встретит День смеха юбилейной комедиадой. С 31 марта по 2 апреля состоится 5-й международный фестиваль клоунов и мимов. Организаторы обещают много интересного. Каждый день будет программа меняться, и поэтому вот я обращаюсь к зрителям и ко всем желающим, что можно приходить и 31-го, и 1-го, и 2-го, и это будут разные программы. Ну, то есть они будут чем-то похожи, но в целом будут разные. То есть для любителей клоунады, для настоящих фанатов все три дня будут уникальны. Для гостей фестиваля выступят 22 коллектива из разных городов Украины. Кроме этого, клоуны покажут спектакль для детей-переселенцев и раненых из зоны АТО. Это очень важно, чтобы этот фестиваль прошел, чтобы сохранить этот баланс. Иначе может в мире произойти что-то непоправимое, поэтому я хочу поднять этот бокал за комедиаду 2015 и за присутствующих здесь дам, чтобы два раза не вставать. 1 апреля участники фестиваля традиционно пройдут по главным улицам города.